Всем здорово, ребят! Вы на канале Поршень покинул чат. Сегодня у нас видео о замере скорости на BMW 5 серии E39 3-литровый дизель M57. Около 240 сил, но не подтвержденных 240. Короче, ребята, будем замерять разгон от 0 до сотни с помощью прибора DRG70, Draghi 70. Вот так вот он плюс-минус выглядит, подключен он к телефону. Запись начинается, когда машина, то есть, стартует. Машина стартанула, запись пошла и показывает, ну, насколько мы знаем, показывает довольно-таки четко. И по отзывам, там, и по всему этому делу должно быть все окей. Че, поехали замерять? Все, полетели? Да? В общем, проехали мы, получилось на приборе 8 секунд 29 миллисекунд. В общем, 8.29. Ну, результат, по-моему, такой себе. Я, честно говоря, не смотрел, как другие 3-литровые дизеля E39 едут. Но, по-моему, хотелось бы секунд 7. Но что имеем, то имеем. Сейчас еще раз попробуем замерить, посмотрим, что из этого получится, и дадим вам результат. В общем, ребята, поехали мы второй раз. Второй раз получилось еще больше, 8.60. Но вначале тогда у меня шлифанули колеса. То есть, ну, где-то секунда, ну, может быть, около того. В общем, шлифанули нормально на первой передаче колеса. Кстати, вот ваше мнение. Я говорю оператору то, что нужно переключать дизельный мотор турбированный в оборотах, там, ну, рабочий его, это там от 2200 до 3,5, максимум это 4000 оборотов, и уже нужно переключать, потому что дальше его крутить неэффективно. Он говорит, что нужно больше 4000, то есть, ну, до скольки там, до 5, да, где-то? До 5000. Я думаю, что это больше для бензиновых. Дизельные это, ну, примерно от 2200 вот турбинка включается и до 3,5 где-то. Это его рабочие обороты. Это мое мнение, то есть мне это мой батя рассказывал, как это все происходит. Это мое мнение. Ваше мнение, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу, с вашими знаниями. По-любому у кого-то больше знаний, чем у меня. И очень интересно ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Потому что, ну, бензиновые двигатели, понятное дело, они более на обороты идут. Ну, вернее, они начинают более активными быть с большими оборотами. Дизельные немножко по-другому. В общем, ребята, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И скоро будут новые видео, например, с Audi. Всем пока. Вы были на канале Поршень покинул чат. До скорых встреч.